Вот это вот двигатель VQ30D, это двигатель устанавливается на Cedric, Glorio, Sima, Leopard и так далее. Объем 3-литровый, это турбовый двигатель. Так, сейчас давайте я турбокрышку открою, покажу. Затем более детально каждую часть двигателя также покажу. Да, с чётом. Коробка автоматная, KVU. Год какой? 14-го нету. В принципе, вы сами можете видеть, что там чисто, без какого-либо черного нагара и так далее. Итак, сейчас буду показывать. Данный двигатель продается без навесного. Без навесного двигатель значит, что все дополнительные оборудования, которые прикреплены, закреплены на двигателе, будут сниматься. Абсолютно все, включая датчики коленвала, распредвала, датчики детонации, далее форсунки, обратный клапан, все эти... Все это снимается, мы продаем вам только двигатель. Передняя часть двигателя, вот она. Вот двигатель вот в таком вот состоянии, в нищем состоянии.